Еще одним приятным сюрпризом ко дню города Одинцова стало открытие новой футбольной площадки на Красногорском шоссе. Ее возвели взамен старой. Площадка оснащена всем необходимым оборудованием для игры в футбол и занятий воркаутом. В честь открытия нового поля здесь прошел матч второго тура Кубка главы по дворовому футболу. Как отметил глава муниципалитета, развитие спортивной инфраструктуры является одной из приоритетных задач для местных властей. Что касается этой площадки, то мы реконструировали старую. Она была чуть дальше по Красногорскому шоссе, пришла в негодность, обветшала и, скорее даже, была уже в аварийном состоянии. Поэтому было принято решение о переносе площадки. Мы должны были ее сделать лучше, больше и добавили элементы еще воркаута. Площадь игрового поля составляет 800 квадратных метров. Оно оснащено дренажной системой, на покрытие нанесена игровая разметка, а по периметру установлены опоры освещения для игры в темное время суток и гасящие удары сетка. Местные спортсмены оценили качество поля на отлично и пообещали беречь его. Смотрим качество, да, поляна замечательная, да, безопасность на высшем уровне. Для детей вообще лучше нету, да, то есть, ну, я очень рад, что бывают такие как моменты, когда открываются новые площадки. Мне очень приятно. Пустовать площадка явно не будет, ведь город Одинцово по праву может гордиться количеством своих энтузиастов спорта, а также любителей футбола.